Если борцы даже не успели отправиться на лицензионный турнир, то боксеры были вынуждены вернуться домой из Лондона прямо в середине отборочных соревнований. В эти дни сборная Беларуси по боксу находится на 30-дневном сборе в Стайках. Тренировки носят поддерживающий характер. О настроениях в командах гомельских спортсменов мы пообщались с директором ГУЦОР единоборств Сергеем Пьяновым. Напряжение было и последние месяцы, и последние дни, и подготовка. Ну, где-то, можно так сказать, даже не то, что болезненно, с таким большим-большим сожалением, так как все были настроены, и вот тот пик формы, кто занимается спортом, а тем более единоборствами, это, конечно, колоссальное напряжение, колоссальная нагрузка. Однако ложка меда во всей этой ситуации есть. Организаторы турнира олимпийской квалификации в Лондоне пообещали, что все результаты и жеребьевка при переносе состязаний на более поздние сроки сохраняются. А это значит, у боксеров будет возможность продумать тактику боев с конкретными спортсменами уже сейчас. Например, гомельчанин Владислав Смягликов в первом бое встретится с представителем Украины. Пока планируется, что соревнования продолжатся в мае. Однако точной информации на этот счет нет. При любых раскладах у нас очень хорошая атмосфера в команде. И тренера, и наши врачи. То есть мы, естественно, с ребятами обсуждали. То есть здесь уже это нужно перешагнуть, нужно идти дальше. Меньше нужно не паниковать, а, можно так сказать, оценивать все в лучшую сторону. Молодежь на тренировки не ходит. Спортсмены, не входящие в основной состав национальной сборной, переведены на самостоятельную подготовку. Тренерский штаб сейчас находится в отпуске. Я скажу, что то, что касается у нас, то есть мы постоянно поддерживаем контакты. Здесь никакой паники у нас нет, но сделали определенную паузу. Рассчитываем, опять же, на то, что все в ближайшее время все будет нормально. До прекращения соревнований лицензионные турниры успели завершиться в Азии и Африке. После прекращения паузы турниры возобновятся в Европе и Америке. На сегодня главная задача наших спортсменов – не потерять форму и быть готовыми бороться за путевки на главный старт четырехлетия.